Здравствуйте. Это программа «Ваш вопрос». Меня зовут Ольга Штополь. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы будем говорить об инвестициях в будущее, о том, что сегодня государство готово предложить детям в качестве дополнительного образования. Если у вас есть вопросы, куда пойти ребенку вне школьных занятий, если у вас есть замечания по работе каких-то секций или кружков, звоните к нам в студию, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Я напоминаю, телефоны прямого эфира. Для жителей города Барнаула 5500, для жителей Алтайского края 8 800 700 1802. Звонок бесплатный, на ваши вопросы будут отвечать эксперты. Я сейчас представлю гостей в нашей студии. Итак, сегодня у нас в студии Светлана Королева, директор Алтайского краевого учебно-методического центра по художественному образованию. Здравствуйте, Светлана Борисовна. Здравствуйте. Валерий Пашков, председатель комитета по культуре города Барнаула. Здравствуйте, Валерий Геннадьевич. Добрый вечер. И Олег Марков, начальник отдела по культуре администрации зонального района. Вдвойне рады видеть гостя из края. И заслуженный работник культуры. Здравствуйте, Олег Валентинович. Здравствуйте. Итак, ну, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы телезрителей, приступим к обсуждению нашей темы, вот такие цифры, которые наверняка вы уже все слышали. Свыше 12 миллионов детей, по последним данным в России, посещают различные кружки и секции. Дополнительным образованием охвачено 65% детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это по данным Миноборнауки. Это на 1 миллион больше, чем в предыдущие годы. Что может сказать сейчас Барнаул? Мы поддерживаем вот такой вот рост желающих посещать дополнительные занятия? Если брать вот все дополнительное образование, что в это понятие входит, то есть это и центры детского творчества, это спортивные секции, это тот блок, за который, ну, зона ответственности моя как председателя комитета по культуре, то да, мы в этой цифре приближаемся. Если взять вот только узкое направление, ну, оно узкое, оно как бы, опять же говорю, та зона ответственности, которой комитет по культуре, то у нас составляет 9,9% от численности. Если брать 66 тысяч ребят школьного возраста в городе Барнауле, то вот 6,5 тысяч – это те ребята, которые занимаются именно художественным творчеством. То есть это 10 наших школ, музыкальных школ, школ искусств, школ, значит, художественного направления. То есть вот этот блок тот, за который я могу сегодня точно сказать. А предпочтения как-то изменяются год от года? Да, вы, Светлана Борисовна, хочу добавить, что у нас край... Показатель, вот, о котором вы говорили, 65%, безусловно, этот показатель межведомственный. И у нас в крае в организациях дополнительного образования обучается более 200 тысяч детей. Вот, всего 319 у нас организаций дополнительного образования. Это ведомство культуры, вот 113 детских школ искусств. Это 104 спортивные школы, они, к сожалению, и принадлежат и ведомству образования, и ведомству спорта, и различные центры творчества, которые в области образования. Uh-huh. Вот, поэтому, конечно, охват, в общем, у нас в крае даже несколько превышает всероссийский показатель. Вот, и, конечно, очень активно занимаются творчеством дети. А если переходить к районам, то вот, допустим, у вас, вот как распределены все-таки дети, занимаются в каких-то дополнительных кружках? Или... Дети занимаются не только в отрасли культуры, конечно. У нас есть детско-спортивная школа, детско-юношеская школа, точнее сказать. У нас на сегодняшний день действуют 3 школы искусств. Это 342 ребенка, на самом деле. Ну, охват здесь получается чисто по школам искусств 13% от общего количества детей, которые у нас есть. Ну и, разумеется, это те учреждения культуры, которые тоже впитывают в себя детей. На сегодняшний день эта цифра в пределах 600 человек ребятишек занимается. Ну, вот так. Хорошо. А предпочтения как-то меняются год от года? Ну, допустим, там, в прошлом году все танцевали, а в этом году все пошли, не знаю, там, конструировать там, или петь. Ну, художественное направление самое, в общем, популярное. Да. Дальше и спорт идет среди всех направлений. То есть первое художественное, да, потом спорт. Да. Да, художественный и спорт. Но поскольку, как вот сложилось в школах, если есть интересные преподаватели хореографии, вокала, то тогда туда, тогда как все, правило, все поют. Да, да. Если преподаватель поет, значит, поют все хором. Да.
Ну вот если взять творческие, тут, конечно, в первую очередь, опять же, не хотелось бы вот такое гендерное делать различие, но во всяком случае среди девочек и родителей, тех, которых девочки, они имеют больше популярность, это хореография. Но общая вот тенденция у нас по Барнаулу, я вам могу сказать, что это именно вот художественное творчество, то есть это школы, значит, наши художественные. Ну, наверное, это связано с тем, что в последнее время вот наиболее такие модные профессии, как ландшафтный дизайн или архитектура, архитектура, дизайн, реклама, она без начального вот художественного образования не, ну, просто невозможна. Да. Поэтому, причем вот здесь я должен сказать, не только для детей. У нас очень много групп, самоокупаемых групп в художественных школах, в которые с удовольствием приходят взрослые, чтобы получить какое-то начальное художественное образование, которая помогает им у нас та же примерно тенденция, то есть самой массой является... Взрослые не отстают. Это хореография, наиболее популярностью пользуется. Это изобразительное творчество, это самое массовое. Массовое. Ну, а дальше уйдет эстрадный вокал. Но если каких-то специалистов нет, уже включается самодеятельность, там может быть и танец живота. Да. Знаете, на самом деле есть традиции. Восточные танцы. Да, и восточные танцы. Есть определенные традиции, куда престижно идти учиться. И поэтому вот самое народное как раз-таки направление обучения в музыкальных школах и школах искусств – это фортепиано. 28% от общего контингента всех школ краевых. Мне кажется, что это не меняется. Это каждый самое год стабильно. Самое популярное, престижно. Очень престижно обучаться игре на скрипке. У нас сейчас развивается исполнительство виолончели. Среди городских школ есть уникальные совершенно дети, которых вот мы ждем буквально... Духовые отделения. Абсолютно. То есть это вот прорастает. Саксофон, этот гобой, в принципе, труба очень. Я даже скажу, в этом направлении у нас появляется даже новый коллектив. Вот буквально в этом году очень хорошо заявил о себе ритм-бенд ансамбль. Это 8-й музыкальной школы, который... Ну, буквально за один год и гран-при в Кемерово. Затем их были приглашены, вот у нас гостил, был с программой президентский оркестр, комендант Кремля Московского. И тут они ответствовали. Да, их пригласили на Спасскую башню детям. Они, я вам просто должен сказать, что когда стоял на Красной площади и вступал барнаульский коллектив, площадь начала стягиваться к сцене. А на второй день уже подходили, спрашивали, когда будет выступать Барнаул. И вот после этого такой всплеск пошел по вот духовому направлению. Тем более, это, думаю, что в Барнауле, особенно в Барнауле, потому что знаю ситуацию и по регионам, то, что наличие вот профессионального коллектива Барнаульского городского духового оркестра, оно дает возможность, да, вот кадрам, тем, которые заканчивают музыкальную школу по этому направлению, потом приходить и работать в профессиональном коллективе. Я вот сейчас предлагаю дать слово все-таки нашим журналистам. Они тоже сделали небольшой анализ тех предпочтений детей, родителей, тех кружков секции, которые сегодня выбирают. Давайте посмотрим видео и продолжим общение. Драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Эти строчки известного стихотворения Агнии Барто многие помнят еще из собственного детства. Годы прошли, а вопросы по-прежнему актуальны. Вот только ошибаются те, кто уверен, что сейчас большинство отдают предпочтение спорту. По данным последних социсследований, на первом месте среди кружков дополнительного образования – занятия художественно-эстетического направления. Родители хотят, чтобы их дети совершенствовались интеллектуально, поэтому выбор делают в пользу занятий по рисованию и английскому языку. На втором месте – музыкальные школы, танцы, занятия по актерскому мастерству. Завершают список топовых направлений – шахматы и футбол. Кроме перечисленных занятий, популярностью пользуются фигурное катание и клубы военно-патриотического воспитания. А вот изучение столярного дела сейчас выбирают единицы. Однако, даже если ребенок интересуется многим, эксперты советуют не хвататься за все сразу. Во-первых, это физически тяжело, во-вторых, нельзя забывать известную истину. Преуспеть во всем невозможно. Лучше остановиться на 2-3 кружках.
Чтобы сделать выбор, отправляйтесь на День открытых дверей в ближайший Дом творчества или спортивную школу. Там вам смогут предложить самые разные варианты полезного досуга. А мы продолжаем эфир. Программа «Ваш вопрос» – это прямой эфир. Если у вас есть вопросы по работе кружков в секции, или вы все еще думаете, чем занять ребенка после школы, звоните, и вам дадут полезный совет, ну или ответят на ваш вопрос. Итак, мы сейчас с вами посмотрели, уважаемые гости, видеоматериалы. Я тут уже заметила, что многие покачали знак «да», что нет, что с чем-то не согласны. С чем не согласны конкретно? Ну, я, наверное, не соглашусь, что ребенок должен одновременно заниматься в двух-трех кружках. Я думаю, что ребенок может попробовать себя в двух-трех направлениях и выбрать для себя все-таки оптимальное, интересное для него. Но если заниматься чем-то серьезно, то этому надо будет отдаваться. Я не представляю, как девочка, которая занимается в секции художественной гимнастики, отдаваясь вот тренировкам, пойдет еще где-то. Можно пойти поплавать, можно какое-то вот время в общей физической подготовки, или же вот ребенок, который занимается в музыкальной школе по классу фортепиано, ведь это не просто... Это вторая школа, это даже, мне кажется... А иногда и первой становится. Да. Даже первая, вы понимаете, она даже первая, потому что здесь все серьезно, здесь есть свои предметы, здесь есть своя программа, здесь есть свои домашние задания, я думаю, дома, в принципе, подготовка, если ребенок этим занимается, она даже серьезнее, чем бывает и на занятиях индивидуальных с преподавателя. Поэтому вот соглашусь с тем, что ребенку надо дать попробовать, но когда он определился, конечно, этому надо отдаваться уже серьезно. Я вот просто хочу пояснить, откуда появились данные о тех или иных предпочтениях в выборе вот как раз увлечений кружков секции. В прошлом году в Москве, в ряде центральных регионов была сформирована электронная запись на те или иные внешкольные занятия. И вот у специалистов появилась вот как раз такая схема, да, где все прекрасно отмечено. Вот отсюда-то и появилась информация о том, что столярное дело, да, какие-то вот такие выжигания, чего еще что-то. Бы, да? Да, вот они как раз где-то там в конце списка, и это уже не интересует. Вот так ли это? Откуда же у нас тогда народные мастера возьмутся, если мы сейчас... Знаете, откуда у нас народные мастера возьмутся, если мы не любим выжигать, не любим... Я бы сказал, что по-любому, я думаю, коллеги согласятся, здесь все зависит от личности, от преподавателя. Конечно. Если есть преподаватель, ну вот как, например, в Барнауле Сергей Мозговой, да, который... он проводится. Да, сам заинтересован в этом, он сам фанат этого дела, и он умеет вовлечь ребят. Я думаю, что для тех ребятишек, которые живут в его районе, ходят к нему, это будет самое важное дело, самое интересное занятие, которое придут, вот эта резьба по дереву, столярная. Если есть, ну, шикарный преподаватель, вот я у себя, например, в 6-й школе знаю, преподаватель есть по керамике сегодня, по гончарному делу, отработавший, ну, в наших народных промыслах. Если к нему приходишь на занятия, это просто полный кабинет, полная мастерская, да, ребятишек. Трухин. Да, и просто невозможно их даже на перерыв ребят попросить выйти, они увлечены этим делом. Поэтому везде во главе, конечно, должен стоять человек заинтересованный, сам творческий. И я думаю, что и в школы у нас, Светлана Борисовна не даст мне так где-то слухавить, у нас школу выбирают именно по преподавателю, по человеку. И может, живя где-то даже в пригородной зоне, ездить там в другую конец, ну, например, с научного городка на поселок Южный, или с Новоалтайки приезжать в центр города, вот именно к тому преподавателю, который... Ну, вот вы назвали, да, некоторые имена, которые могут, так сказать, привлечь, да, в ту или иную школу. А еще кого-то можем назвать? Вот мы услышали Мозгового. Вы знаете, хотелось бы, конечно, сказать, во-первых, о том, что во многих школах сейчас сформированы подготовительные отделения. И 3-4 года дети обучаются, приходят с 4 лет иногда. Да. И могут себя попробовать и побыть художником, и музыкантом, и хореографом, и театральное развивается в школах направление.
Вот. И поэтому вот здесь очень важно. Здесь и Монтессори технологии, и ОРФ технологии применяются. И вот здесь очень важно. Мы не знаем, мы не сможем назвать всех имен преподавателей, которые работают с подготовишками. Понятно. Но начало они дают. Потрясающее, конечно. В школах города Барнаула работают педагоги, преподаватели, такие известные далеко за пределами. Абрин Олег Аронович, например. Это имя скрипичное, которое прославлено уже международными конкурсами. И, самый заметный, это теперь уже международный конкурс «Щелкунчик». Барнаул назвали столицей скрипки. Скрип. Угу. Да, конечно. По-моему, мы еще вот обсуждали, она были приоритетные массовые направления, забыли такое массовое направление среди детей, как прикладное творчество. А там ведь все, и выжигание, и выпиливание, и вышивание, и куклы делают, и даже дизайн одежды. У нас есть в школе искусств дизайн одежды преподают, понимаете? То есть есть преподаватели, ради бога. Но и даже если нет преподавателя, все равно дети к этому стремятся. Это наиболее массовый вид творчества. Вот, кстати, вот здесь, вот, я прошу прощения, вот такие направления, как вот дизайн одежды, он дает возможность детям многогранно развиваться, потому что без умение хорошо рисовать, без умения выстроить композицию, не спроектируешь ни одежду, ни ландшафтный дизайн никакой, без умения, значит, шить там прикладно, вот это не сошьешь, без хореографической подготовки ты это не продемонстрируешь. То есть, есть такие направления, где вот ребенок, он как-то себя действительно развивает многогранно. Уважаемые гости, а вы мне вопрос зададите после того, как мы ответим нашему интересующемуся телезрителю. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Марина из Барнаула. Ваш вопрос? Расскажите, пожалуйста, вот кто устанавливает размер оплаты за дополнительное образование, и расскажите, как регулируются дополнительные взносы, ну, например, на инвентарь. Спасибо. Да, значит, по все вопросы, которые связаны с оплатой, это у нас есть, конечно, в городе ценовой комитет, где проходит экспертиза вот стоимости этих услуг. И только по решению данного комитета, по постановлению устанавливается оплата. Есть такая форма, как добровольные взносы. Это здесь уже школы, они как бы не имеют формально отношение к этому, это уже приоритет попечительских советов. Попечительские советы – это юридическое лицо. Вот взносы в попечительский совет, они добровольные. Но здесь уже, в принципе, попечительский совет, председатель не собираются и обсуждают. Конечно, это с подачи бывает и директоры, и преподаватели. Те нужды, те нужды сдаются взносы, используются, которые для школы приоритетны. Например, на приобретение хорошего концертного инструмента, такого рояль. То есть из бюджета средств часто не хватает на эти. А вот за счет попечительского совета у нас многие школы приобретают рояли, инструменты, те, которых... Были такие покупки? Конечно. Я вам скажу, что в городе Барнауле у нас по школам мы за последние 3 года и с... часть бюджетных средств, часть попечительских, мы купили 5 концертных роялей, такого очень хорошего качества. И вот это сразу дало свой результат. Вот Светлана Борисовна сказала, что у нас очень фортепиано. Вот без подготовки на хорошем инструменте, я думаю, достичь хороших результатов на конкурсов всероссийских, международных, это невозможно. Поэтому родители понимают, на что надо тратить, куда. Я думаю, что вот это самое лучшее вложение в своего ребенка, в его будущее, в его будущую профессию. Хотя не факт, что всегда это профессия, но это остается на всю жизнь. Безусловно, на эти средства приобретается и литература, учебная. Я имею в виду приоритеты. Приоритеты, которые определяют родители, определяют попечительский совет. Это может быть не чисто материально, это может быть оплата поездки исполнителя, например, кто-то у нас завоевал место, и его вызвали на международный конкурс. Понятно, что у родителей часто средств не бывает. Попечительский совет принимает решение, и он эту поездку ему оплачет. Это дает, во-первых, город Барнаул сразу начинает искать на карте России
Все, да. кто и в странах, и в России, у нас это дает сразу имя школе, это дает возможность, когда знают, что такие исполнители готовятся в этой школе, уже и приток учащихся в эту школу. Да. То есть это, в принципе, это те вложения, которые работают на имидж, на воспитание ребят. Но если какие-то платежи, да, допустим, приходится делать родителям, это же где-то закреплено в какой-то бумаге, конечно. Которая должна находиться конечно. Где-то в школе, конечно. Да? Конечно, это договор. Uh-huh. заключается, это обязательно идет через сберкассу, то есть через счет, это uh-huh. все фиксируется, это все проверяется, то есть ну, достаточно много, и контрольно-ревизионные органы, и счетная палата проверяет в рамках проверки муниципального задания, то есть это не то, что вот сел и решили бюджетные... Ну, вот так вот экономика и культура рядом шагают рука об руку. Надо сказать, что многим районным школам без этих средств не обойтись, да. без такой поддержки uh-huh. родителей. Да и город. Конечно, такой, не обойтись не совершенно. Вот. Родители-то понимают это? Понимают. Если бы родители не понимали, да, я понимаю. Думаю, не было бы попечительских советов, где председатель, как правило, родители являются. Угу. Вот, и понимают, что это надо, это работает на улучшение условий их детей, это работает на, ну, опять же, на качество обучения их детей. Поэтому здесь... Угу. Чисто понимаю. Видите, вот в образовательную школу опять ребенок хочет идет и не хочет идет. И там, если существуют да. вот эти сборы, там родитель никуда не денется. Здесь это все добровольно. То есть, ну, если вы считаете, что ну, просто можно ребенок, никто его не заругает, никто не это, это как бы учреждение дополнительного образования. Угу. Поэтому здесь родитель, когда отдает и когда обучает, они понимают, куда, на что, для чего эти средства идут. Угу. Я думаю, что ответ полный, и наш телезритель оценил на отлично его, как минимум. Светлана Борисовна, был вопрос к нам, ко мне, к редакции. Да. Да. Вот, например, вы как мама, хотели бы отдать ребенка, какими результатами бы вы удовлетворились? Вот в наших школах дети приходят за результатом, родители приводят для того, чтобы, возможно, в будущем получить профессию. А, ну... Вот. Потому что все, весь учебный план, образовательные программы в школах искусств именно направлены на то, чтобы перспектива профессионализации такой, да, ориентира вот одаренного ребенка, чтобы у него все состоялось. Вот создать все условия, чтобы одаренный ребенок занимался с одаренным педагогом, получил комплекс инструменте. На хорошем инструменте, да. получил комплекс качественных услуг дополнительного образования и закончив, сказал, да, я могу, я пойду, крылья за спиной, участвовал во многих конкурсах, в концертах выступал. Представляете, то есть вот школы искусств дают возможность вот такую. Поэтому часто и выбирают школу искусств, потому что это старт в профессию. Поэтому вот с чем вы поведете своих детей? Ну, вообще, готовы вы решиться? Ну, наверняка каждый из здесь присутствующих в детстве все равно чем-то увлекался, чем-то занимался, какие-то секции ходил, какие-то кружки. Ну, музыкальная школа, да, и диплом есть, и красивый диплом, и красный есть, но это если говорить обо мне. Светлана Борисовна, вы что? Как вы провели я свое детство? Я закончила все. Ну, музыкальная школа, любимая, обожаемая, это ДШИ номер 3 города Барнаула. И да вот поверьте, что? Она была первой в моей школу жизни. Ходили. Да, это было первое образовательное учреждение, потому что общеобразовательное было на втором плане. Вот. Увлечение любимым инструментом, фортепиано, стало на всю жизнь. Я закончила музыкальное училище барнаульское и Новосибирскую консерваторию. Как, вот. как вы решительно-то? Я просто счастлива, что состоялась профессией. Ну, как решилась? Понимаете, для человека, который увлечен своим делом, для него нет другого пути уже. Вот он путь прекрасный, который приносит только счастье и радость. Так, а что скажет у нас Олег Валентинович? Я начинал свой творческий путь и с рисования, и с пения, и с игры на инструменте. Инструментом был баян. Меня начинал учить киномеханик. Не забывайте, что я жил в селе. Но потом появилась музыкальная школа, филиал. Я ходил в музыкальную школу по классу баяна. Но в конечном итоге все-таки приоритеты победили петь и играть. Я до сих пор пою и играю. Вот, закончил наш Алтайский государственный институт культуры хоровое дирижирование. Угу, хорошие воспоминания. Ну да.
Песни? Да, песни жизнь. Пишете? Песни пишу. Признавайтесь, да? Пишу. Признавайте. Просто не так, то есть песню ты слышишь и знаешь, да, а кто написал эту песню, порой и не знаешь, и не запомнишь. Вот, пожалуйста, теперь вас увидели, узнали в лицо. Спасибо. Что скажете, Валерий вот Геннадьевич? Я среди моих коллег, я совсем противоположный, ну не противоположный, это тоже, я занимался спортом довольно серьезно, борьбой, самбо, дзюдо, и я с восторгом смотрю на Олега всегда, когда он поет и играет, и да, его стихи, хотя сам где-то тоже занимаюсь сочинительством, люблю литературу, но вот тем, кто хочет своих ребятишек отдать, особенно ребята, дать спортивную секцию, я думаю, что это правильный путь, потому что для себя я понял, что она мне много дала. Она дала, во-первых, хороших друзей на всю жизнь. И вот нам уже давно за 50, и мы до сих пор собираемся, дружим, пропагандируем здоровый образ жизни, не курю, не... причем не я, вот все ребята разных профессий. Мы стараемся тоже поддерживать и где-то спортивную форму. Это мне помогло и в жизни, и в армии, и в дальнейшем воспитывает действительно вот какой-то характер. Но я считаю, что вообще спорт он, ну, для ребят, для мужчин ну, воспитывает по характеру такой мужской. Хотя сегодня занимаюсь уже как председатель комитета 16 лет, а если вообще творчеством, еще центр детского 25 лет вот, культуры, и я с восхищением смотрю на ребятишек, и которые, я до сих пор не могу понять, как они запоминают вот те произведения, которые они конкурсные произведения, которые 15 минут на скрипке играют, симфония. Да, я восхищался, у меня дочь закончила художественную школу, и когда приходили на родительские собрания, и преподаватель делал разбор, вот, говорит, вот здесь композиция не так выстроена, тут цвет. Мы с женой сидели, я говорю, слушай, а мне все нравится. Да. Я очень... Вот в этом плане мне больше, наверное, везет, чем моим коллегам, потому что они уже на многие концерты, на многие выступления, они идут как профессионалы, они слышат ноту. Какие-то ноты, огрехи, и а мне все нравится. Я люблю общаться как с повезло слушателям. Да, как повезло исполнителям. Я люблю общаться с художниками, когда они мне... Да, особенно приходишь, когда это... Благодарный зритель, благодарный слушатель. Да, да. Я учусь. Мне нравится учиться. Мне нравится писателями, с художниками, с музыкантами. У нас... Извините, у нас ответа ждет благодарный зритель. Я надеюсь, благодарный зритель. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Михаил Федоров, я из Бийска. Очень приятно. Ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, есть ли льготы на дополнительное образование для каких-либо категорий? Спасибо. Если говорить о льготах... У нас в Барнауле, ну опять, вот и опять художественно, у нас предусмотрены льготы для многодетных и, значит, для детей той категории, которые малообеспечены. Ну, я думаю, что те ребятишки, которые показывают результаты, здесь я уже точно знаю, что это и хореографические коллективы, и художественное творчество, они, конечно, на бесплатной основе. Но я вам еще раз вот привожу пример, те, которые показывают еще и результаты, еще и помощь получают вот, за счет средств попечительского совета. У нас очень много программ, я знаю, краевые есть, и в городе есть, это стипендии. Вот 25 человек из детских музыкальных школ, школ искусств, наших творческих коллективов, они получают стипендию города, всевозможные гранты, всевозможные, значит, какие-то материальные поощрения для таких. А вот в хореографии я знаю, конечно, здесь льготы для мальчиков, и я знаю, что мальчиков, что в бальне, да, их прям берут, и а знаю, что бальники, ребята, там даже те, которые девочка занимается, девочка родители оплачивает. Оплачивают еще мальчика. Да, вы что? Да, так что, ну, смотрите, родители. Так вот, что идите в бальник. Так что, да, бальные танцы наши все видят. Ну, да, у нас есть стипендия губернатора Алтайского края Александра Богдановича, 15 лет. Это как бы поддержка, да? Но я это уже поддержка, говорю, да, если говорить уже об этом. Не знаю, вот в сельских, здесь уже Олег больше
Сельских что? Льготы есть? Льготы тоже есть. Это как бы система, она создана была давно, еще, может быть, со времен перестроечных или даже советских времен в школе всегда были льготы и для многодетных, и для тех, кто обучает одновременно двух детей. Ну, в большей степени все-таки льготы, они относятся к платным формированиям, к платным, наверное, там, где надо платить. Ну, а в школе в большей степени у нас бесплатно. Но даже вот, если родитель ведет своих детей и практически смотрит, совет смотрит на те пожертвования, которые он вносит, то они, наверное, тоже там смотрят. Если он двое, то надо как-то определяться, сколько... Да, за одного могут платить, а за это, за второго... Идет бонусом. Да, бонусом. Ну, решает, в конечном итоге, конечно, сами родители. Вот мы с вами сейчас поговорили о таких основных, дополнительных учреждениях дополнительного образования. Это музыкальная школа, художественная. Есть какие-то вот необычные, на сегодняшний день, вот вы уже сказали, восточные танцы, образование дополнительное, но тем не менее, что-то еще есть, я не знаю, вот 3D-моделирование сейчас у нас, робототехника, или это уже... Есть, вот художественные школы, они у себя открывают такие направления, как компьютерный дизайн, например, но... Я не знаю, обычный, необычный, конечно, вот я по керамике привел пример. Компьютерная графика. Да, так. Конструирование, моделирование одежды. Вы поймите, что я думаю, что родители понимают, что в основе любых танцев все равно существует школа, все равно существует классический. Основа-то. Вот с этого все начинается. То есть с каких-то со школы, с классики, потом уже на это накладываются или народный танец, или ирландский танец, или восточный танец. Но всегда есть основа. В школах в наших получаешь основу, а на этой основе уже, я думаю, что тот, кто занимается музыкой грамотной, сольфеджио, он, в принципе, может перестроиться и играть не только на... Тот, кто играет на фортепиано... Тот, кто знает ноты, сможет сыграть и на фортепиано. Он легко освоит любой другой инструмент, если захочет. Или станет композитором. Да, вот, пожалуйста, есть. Необычное направление. Вот, посмотри, есть, в первой школе там на гуслях направление, на старинных. Есть целый коллектив у нас сейчас старинной музыки, где осваивают, они играют на клавесине. Музыкант, как правило, несколькими инструментами владеет, как правило. Гитара, фортепиано. Струнников, у них вообще второй инструмент идет, когда в музыкальных школах идет обязательно. Да, обязательно фортепиано. Это графический фольклор, например, в школах. Ведь посмотрите, по краю это направление развивается. Они ведь занимаются исследовательской работой. Они собирают образцы не только материальной культуры, но и песенного творчества, и сказок, и всего. И восстанавливают. И это очень серьезная, достаточно глубокая работа. Причем не только художественная. Я уже тогда здесь и за спорт вступлюсь. И, в принципе, человек хорошо физически развитый. Он и игровые виды спорта его берут в команду. Он может освоить какие-то и легкую атлетику, и тяжелую атлетику. И когда я служил в армии, у нас считалось, когда ты в спорткоманде, ты спортсмен, едешь по легкой атлетике. Защищай наши интересы, борьба, защищай нашу честь. Поэтому это тоже, в принципе, можно интегрироваться в любые интересные, или спорт, или в искусство, или в художественное искусство. Здесь, самое главное, я говорю, то, что дают наши школы, это дается основа, которая, тот фундамент, на который можно уже построить любое здание, любые эти. Валерий Геннадьевич, вы тут уже затронули ирландские танцы, направление. У наших, кстати, коллеги не так давно побывали в одном из городских танцевальных коллективов, который как раз у них направление ирландские танцы. Давайте посмотрим, оценим. Оно модное стало сейчас. Вооружаемся специальными жесткими туфлями на каблуках и вперед танцевать ирландский степ. Человек неискушенный может найти сходство с чечеткой. В этом танце работают только ноги. Корпус зажат и почти не двигается. Ульяна Рудько танцует 1.5 года. Для самых новеньких она уже преподаватель. Девушка точно знает, когда достигнет самого высшего уровня мастерства. Через 5 лет я вижу себя опытом, чемпионом. Ты каждый раз как будто бы забираешься на новую горочку. Каждый раз ты видишь себя новой. Каждый раз ты видишь, что ты растешь. Это сложно, сложно себя ломать, менять, но это то, зачем я сюда прихожу. Beginner, Primary, Intermed и Open – всего 4 ступеньки развития. Причем каждый уровень присваивается только после победы на фэше, так называются соревнования по ирландским танцам.
После опена можно стать чемпионом региона, страны и даже мира. В Барнауле работает всего одна школа, которая обучает этому направлению. И напрасно. Так считают те, кто уже успел заболеть этими танцами. Ирландские танцы – это точно не скучно. Это невероятнейший заряд эмоций. Вот приходишь на тренировку, отбегал эти 2 часа, и потом вроде кажется, что ты должен упасть, не встать, и все, никаких сил ни на что нет, но силы на самом деле есть, они появляются из энергии, которую ты вкладываешь в тренировку и в движение, и в действие. Когда что-то получается, прям это получилось. До соревнований в Томске осталось меньше месяца. На них приедут участники со всей Сибири. А вот судить наших танцоров будут европейские профессионалы. Пока от Барнаула на участие заявились 5 человек, но регистрация продлится еще неделю. Победа позволит участникам защитить свой уровень, а значит, стать ближе к мечте стать чемпионом. Валерий Геннадьевич, это программа «Ваш вопрос». Мы сейчас обсуждаем как раз инвестиции в будущее, чем заняться ребенку после школы, ну и о дополнительном образовании говорим. Сейчас уже обсуждаем то, что мы увидели, и наши эксперты, профессионалы смогли, допустим, в этом коллективе узнать, кто из детей, из этих занимающихся девушек занимался классическими какими-то танцами. Да? Ну, сказали, балетную видно сразу, вот у нее спина. Да, спина, да, шея, да, руки, постановка. База заложена, да? Конечно. Конечно. Ну, что касается нагрузки, вот сейчас там говорили те, кто занимается, о том, что 2 часа отпрыгал, да, там, вообще нагрузку вот в таких вот школах, творческих вообще, коллективах, вот кто регулирует? Вообще, вот я точно знаю, но вот когда в центре, ну, на моих глазах, там, при моем где-то участии создавался вот коллектив Иван Дамари, вот детский хореографический, я, видя, какую подготовку ребята там получают, и акробатика, и, значит, сколько они проводят в движении на репетициях, я думаю, что такая нагрузка, она где-то, ну, сравнима, наверное, с хорошей нагрузкой спортсменов. Ну, тем более, я думаю, что когда мы видим профессиональные коллективы выступают, я уж не говорю такие, как Моисеев, ну, вот Алтай коллектив, вы посмотрите, присутствует все, и акробатика, и пластика здесь, и... Ну, а когда я говорю, я не знаю, наверное, не 1 килограмм веса сжигается, и при том, когда не скрипачи, или музыканты. Нужно отработать многократно, да. Это сколько нужно времени труд, на это положить, это колоссальный труд. Колоссальный. И проще всего сказать это тому, кто учился, сам эту нагрузку нес на себе в музыкальной школе. Я учился, и когда до обеда ты в школе, где-то часов до 3, там 6 уроков, да, до 2 часов. И у тебя часов. Тоже в сумке сольфеджио, да, и все. А дальше начинается сольфеджио, все прочее, мало сольфеджио. Ты же еще дома, тебе дали домашнее задание, инструмент, и нужно выучить пьесу, отработать от силь до силь, и не просто, а качественно отработать, преподавать. Там же еще и оценки ставят, те же самые. И программу ты должен выполнять, с тебя требует все это, да. И когда идешь с уроков, и к этому надо возвращаться... Ну, я честно скажу, это я мальчишкой был, мне охота побегать, я не всегда с удовольствием. Какая самоорганизация, да? Но когда получаешь результат от этого, конечно, и тебе уже, и родителям, и педагогам, здесь только... Я наблюдал, когда девочки, значит, немного набирая весы, их руководитель ставит во вторую линию, это слезы, это трагедия. Я поражался, насколько вот высокая самоорганизация у них, которые заставляют себя где-то соблюдать диету, там, правильное питание. Постоянно, вот эти растяжки, что вот у девчонок, гимнасток, спортсменок, это же вот. Это через боль, через кровь, и это через вот это маленькое преодоление. Там уже вопрос, стоит ли родителям отдавать вот ребенка стоит, в несколько формирований, да, и чтобы получить результат. Если везде, это ничего. Да. Если хочешь получить результат, выбирай. Хорошо, музыкальную школу. А с какого возраста стоит отдавать ребенку? Потому что вот эта самоорганизация вряд ли самоорганизуется, ну, человек, которому 6 лет. Ну, поступают с 6 лет. Поступают с 6 лет. Но это, на профессиональные программы 6 лет начинают. Есть еще подготовительная. Там же такая программа, если все это делается вкусно, и преподавателям подается как игра,
то ребенок постепенно он втягивается в этот процесс, и для него это не так уж, я думаю. Здесь опять, здесь вот очень важно, чтобы вот на этом этапе, это везде, что в образовательной школе, очень важно, чтобы на начальной школе попался хороший, опытный педагог, чтобы не отбить желание образования, так и здесь. Вот здесь очень важно, чтобы вот с маленькими ребятишками действительно начинали заниматься опытные педагоги вот, от игры уже перевели их к серьезной работе. Можно все на корню загубить и к ребенку вернее, не привить, а ну, какое-то отторжение вот к этому принять. А можно, наоборот, через игру вовлечь его и уже потом подвести к серьезной работе. Валерий Евгеньевич, Светлана Борисовна, а давайте дадим вот сейчас слово Олегу Валентиновичу, потому что он пришел, я видела, с районной газеты, да, и он хотел, ну, точнее, я хотела, чтобы он озвучил те результаты, которые район добился за сколько лет? Получается. Ну, я не буду говорить, за сколько лет. Мы вообще-то район сформировался с 83-го года. Я могу с 83-го года эти результаты говорить, потому что все это было на моих глазах и даже определенно с моим участием. Ну, о чем сегодня журналисты рассказывают? Ну, я хотел бы сказать вот о тех, может быть, новой волне, которую мы сегодня испытываем, о том потенциале, который мы сегодня испытываем и, может быть, в котором живем. Это то, что на территории зонального района с 2011 года сформировался кластер. Кластер сформировался в прошлом году, вот, а начинался с 2011 года с образовательной, новой образовательной модели, которую свои идеи и предложения принесло Набийское музыкальное училище во главе с директором Каховкиным Александром Анатольевичем. То есть, вот о чем мы говорим? Мы хотим, чтобы ребенок как бы, получил серьезное образование, может быть, даже профильное, чтобы вокруг него были хорошие педагоги, но мы хотим, чтобы еще и ребенок талантливый был выявлен. То есть родитель может его не видеть, в школе могут его не видеть, а он потом где-то выстрелит, но будет поздно. Его нужно выявить, этого ребенка. И вот тут очень важен кластер. Когда вокруг него все субъекты образовательные, которые есть, вот в данном случае у нас в поселке Мирном такой кластер образовался, это Мирновская школа, на базе которой, это Мирновский детский сад «Спутник», оттуда дети уже получают, понимаете, там уже их смотрят. Это две школы искусств, Мирновская школа искусств и Соколовская школа искусств, как базовые, и еще и Бийский музыкальный колледж. Представляете, сколько... каждом этапе, да, получается, нигде не упустим. Людей разного уровня вокруг одного ребенка ходит. И сколько его воспитывают, и сколько он получает от этого. Так вот, сегодня уже мы говорим, то, что ребенок за год вот этого кластера, это не я отмечаю, это отмечают преподаватели и родители, они уже от своих сверстников нагло отличаются. У них уже другой кругозор, они другие, понимаете? И проверяя анкетирование, это у нас получился первый Б-класс, 22 ребенка, профильный класс, там инструменты. Там уже играют на баяне, на аккордеоне, на домре, вот на балалайке. Вот как раз мы с вами говорили, с какого возраста. На балалайке, то есть, понимаете, на фортепиано. То есть вот такой оркестр народных инструментов получается, и у них уже такой опыт уже был. То есть они вышли, сыграли, и вот у меня есть газета, о чем пишут? Где совершенно это никто не просил, я больше чем уверен. Это просто вот после мероприятия отклик преподавателя этого класса 1 Б Аллы Швецовой, классный руководитель 1 класса Мирной средней школы. Вот она газетка с этим ребенком. И что она пишет? Я здесь выделю, чтобы не тянуть время. Первые успехи, аплодисменты родителей и других зрителей, чувство гордость, радость в глазах ребят – это лишь некоторые показатели результативности совместной работы организации партнеров образовательного кластера. Мы будем сотрудничать дальше и сделаем все для формирования сплоченного коллектива, всестороннего развития и качественного обучения наших детей. Понимаете? А вот я принес результат. Я это знаю наизусть. Но я, чтобы время не тянуть, коротенько скажу, что вот с 2011 года вырос образовательный уровень педагогов. 66,6% первой высшей категории на сегодня. Вдвое увеличилось детей, участников краевых. Вот Светлана Борисовна не даст мне, как говорится, солгать. Из анализа международных фестивалей с 11 до 28. 68% детей, от общего количества детей, охвачены творческими мероприятиями. Да? Поступление в профильные вузы. Я в этом году 46%. А вообще за три года 16 человек,
16 детей выпускников пошли в профильные вузы. СУЗы и вузы. Да, в СУЗы и вузы. Это и Красноярск, и Кемерово, и Томск. То есть профессию. Профессию. Угу. То есть предпрофильная подготовка, она в действии, но она дает результат. И что самое главное, ведь и анкетирование проводим, это все подтверждено документально, 100% в этом кластере родители довольны вот той работой, которая проводится. И дети. Вот, комфортно или некомфортно? 86% комфортно. Это же тоже очень высокий процент. Самое главное, символично, за урожай. Да. Это семена, брошенные в благодатную почву, дали хорошие всходы. Да, вот как хотите, на самом деле. И у нас сегодня уже идеи. Мы бы хотели, чтобы сегодня базовые школы, и зональная, и Соколовск, они тоже вошли в этот класс. Ну как вот к таким не пойти, да, преподавать? Я вообще обожаю своих коллег. Туда не идти, надо бежать надо. Да, конечно. Совершенно глаза горят, так мы получили большую долю оптимизма. Кстати, большое спасибо в этом, в том числе, Александру Анатольевичу, как инициатору идеи. Вот, а мы реализуем ее вместе с ним и с большим удовольствием. Ну, и все почему документально подтверждено печатями, гербовыми и подписями. Они когда собираются в Барнауле, вот Родинский, Завьяловский, Романовский, ну, это настолько уникальные люди, они настолько вот этим всем увлечены. Я вообще житель городской, думаю, господи, им надо и героев России давать, что они в таких условиях там работают как-то. Но когда вот встречаешься с ними, да, вот... слушаешь их вот эти увлеченность, с какой они работают. Ну а если он бы еще баян сюда принес бы, это бы... Да почему же без баяна встает вопрос? Я сейчас бегаю, если надо, мы... Отдавайте детей в школу, создавайте кластеры. Это будет только на пользу. А баян в помощь. Давайте сейчас выслушаем нашего телезрителя, продолжим общение. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, Светлана меня зовут. Я из Заринска. Очень приятно, Светлана. Ваш вопрос. Ну, вот смотрите, по некоторым телеканалам, ну, вот я видела в новостях такое, что в каких-то регионах проходят, вот как у нас ярмарки вакансий есть, только вот ярмарки услуг дополнительного образования, вот кружки презентуют и все такое. А у нас в крае не планируется что-то такое же проводиться? Мне кажется, полезно было бы очень. Спасибо большое. Хороший вопрос. Значит, ну, если по Барнаулу сказать, мы уже в традиции где-то третий где, год. Где, мы, да, где мы на площади Сахарова перед, значит, Днем города мы, как правило, проводим, ну, у нас как бы называется День здоровья, где мы презентуем практически все спортивные школы, все вот молодежные объединения. А что касается вот школ искусств, к сожалению, должен сказать, мы еще и не можем принять всех желающих, потому что на сегодняшний день, да, площадей у нас не хватает для... Есть программа строительства, есть расширение, но вот в этом году я еще раз, наверное, повторюсь, что мы вот даже 400 ребятишек даже на самоокупаемые группы должны были отказать в связи с тем, что... ну, переполненные. Потребность есть. Потребность есть, да. Спрос на сегодняшний день в Барнауле превышает предложение, спрос которое есть. Мы можем дать по дополнительному образованию. На самом деле планируется создавать сайт организации дополнительного образования, единый даже всероссийский, с услугами, чтобы доступно было и чтобы могли выбрать. Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации, это предусмотрено. Когда это будет? А пока у каждого учреждения есть свой сайт. Где перечислены все, собственно, направления обучения, и можно выбрать достаточно свободно. Да, на сайте комитета по культуре вы можете познакомиться со всеми школами, направлениями, которые у них нет, культурно-доступными. У нас информатизация как раз-таки на достаточно высоком уровне. Да. Как раз-таки. Сайт отдела по культуре, сайт школы образовательной. Я не знаю, что имела Светлана в ярмарке вакансии. То есть это... Ну, она имела в виду, наверное, как вот ярмарка вакансии, когда на одной территории, да, вот здесь вот у нас ирландские танцы, здесь у нас значит, музыкальная школа такая, здесь вот такая, здесь играют на баяне, здесь играют на трубе. В конце августа приглашаем тогда на Сахарова, следите за рекламой. Хорошо, готовимся. Вот мы с вами уже сказали, кто чем увлекался, занимался в детстве. Мы вышли на улицы города и спросили жителей, гостей Барнаула, кто чем увлекался, кто чем занимался в детстве. Давайте посмотрим. Скажите, вы в детстве какие-то ходили, секции, кружки? Ну, конечно, в бассейн, на лыжах. Да, музыкальную школу. Это было платно, бесплатно? Конечно, платно. А сейчас ваши дети ваших знакомых в какие-то секции, кружки ходят? Конечно. Куда, например, что сейчас? Ну, мы ходим на английский, на плавание.
Времени-то хватает? Ребенку, да. А вы в детстве в какие-то секции, кружки ходили? Да. Какие? На ложках играл. Это музыкальная? Занимался. Это музыкальная школа была? Нет, кружок внутри школы. А ваши дети, дети ваших знакомых сейчас какими-то кружками куда-то ходят? Боевые искусства в основе. Вы в детстве в какие-то кружки ходили? Да, много куда. Ну, куда, например? Ну, боевые разные секции, там, бальные танцы, фехтование, там, много всего. Это было платно или бесплатно, не помните? Ну, фехтование точно бесплатно было, а вот боевые единоборства, это я не помню. Да, волейбол, баскетбол, футбол, на все возможные, пение, вока. То есть занималась абсолютно все, что было в школе. А не помните, платно, бесплатно это было? Бесплатно. Вы в детстве в какие-то секции, кружки ходили? Да, рисование. Это было платно, бесплатно? Ну, в те годы еще бесплатно. Это программа «Ваш вопрос». Работаем в прямом эфире. У нас остается несколько минут. Успевайте задать ваши вопросы, потому что в студии собрались не просто эксперты, в студии собрались профессионалы. Итак, мы с вами сейчас говорим о тех увлечениях. Да, вот сейчас нам перечислили в нашем опросе, да, это и пение, и рисование, и игра на ложках, все что угодно, фехтование. Сейчас такое время, да, когда вот выбрать кружок в принципе легко, да, открываешь интернет, открываешь сайт, масса всего. Как выбрать из этого всего то, что действительно, ну, где ребенку дадут действительно грамотно, где будет профессиональный преподаватель, где дадут правильные знания в правильном объеме. Вот этот вопрос должен сейчас волновать родителей. Давайте я задам вопрос из социальных сетей, а вы попробуйте на него ответить. Итак, есть такое, вот, предлагают заниматься в студии гармоничного развития, занятия пакетом и пение, и рисование. И все это один преподаватель. Такое возможно? Ну, во-первых, Светлана, надо, да, обращаться в образовательное учреждение, ну, которое имеет лицензию. Да? А лицензия должна быть. То есть быть, это, да, определенное качество предоставляемых услуг. Вот. И... Если это образовательное учреждение. А если, да, это дом культуры, студия там, да, формирование, там другая ситуация. Ну, что, там, да, совершенно платная ситуация. Да, там, да, по-другому. Что смотрим? Мы, ну, в первую очередь смотрим лицензию. Безусловно. Диплом преподавателя, безусловно, смотрим. Насколько, да. Насколько профессионально там, научила, кому, да, можно доверить ребенка. Знаете, это очень важно, да. Вот я, Светлана Борисовна, извините. Нет. Да, поддерживаю, потому что бывает непрофессиональный человек, который ни физиологию ребенка не знает, ни психологию. Он может нанести не только вред, ну, психологически, а может и здоровье, особенно если это спортивные секции. Не так поставить руку. Не так поставить руку, да, нагрузки не те. Не те нагрузки. Были моменты, с которыми даже вот разбирались и в судебном порядке, когда вот в единоборство там восточные, ребенка там шестилетнего без определенной подготовки ставили в пару там с более зрелым, и, ну, достаточно серьезно. А это разве не воспитательный процесс? Я думала, так все тренируются. Нет, я думаю, что нормальный тренер, знающий физиологию ребенка и психологию, и действительно, который знает, как выстроить вот этот тренировочный процесс или процесс вот тот воспитательный, он, конечно, не будет такого делать. И здесь вот быть профессионалом во всех отраслях, да, может быть. Если бы он пришел в клуб гармоничного развития, библиотеку, да, и получал там информацию, да, из, да, книг, из той литературы, это только один разговор. А если он приходит в студию гармоничного развития, пусть дома культуры даже, да, а если тем более школа искусств или музыка, значит, другого какого-то образовательного учреждения, то это невозможно, чтобы один человек все знал, и то есть это уже вопрос сразу, не, возникает, ну, я, о качестве. Современная жизнь, конечно, она требует достаточно глубокого подхода. Понятно, что Карл Черни учил многому Бетховена по многим направлениям, но там совершенно другое было. Ну, может же, например, Олег обучать там и
исполнительный, и, значит, вокал, ну, и ну, опять же, как бы... А рисование? Свои компетенции... А нарисовать, извините, уже. Ну, я могу так. Нет, но кто-то, да, кто-то может. Где-то, ну, что-то нахватался откуда-то. Ну, это же не программа образовательная для того, чтобы был последовательный результат. А просто так обучение, наверняка. Поэтому надо, здесь вопрос, очень надо осторожно и внимательно. А вот еще один вопрос из социальных сетей, вот, которые вытекают практически из этого. Спрашивают, следили ли вы за скандалом с оренбургскими школьницами, исполняющими танец пчелок? Школа была на хорошем счету, работала в городском дворце культуры с 2008 года. Дети учили многие танцы, и народные, вальсы, хип-хоп. Тут пришлось создавать специальную группу, чтобы проверить все творческие коллективы, чем это все закончилось. Да? Кто должен следить за репертуаром, спрашивают у нас в социальных сетях, есть ли рекомендации? Вот видите, в чем тут опять загвоздка. То есть школа в Дворце культуры. То есть это могла быть какая-то хореографическая студия. С 2008 года. Вы представляете, сколько они уже танцев поставили? Индивидуальный предприниматель или что-то. Здесь уже вот, пожалуйста, вам это вкус преподавателя, это вот подача, вот это сценическая культура. Вот если с хорошим вкусом, с хорошей, я думаю, подготовкой, вот знаю хореографов в городе Барнауле, они бы, наверное, вот на какую-то пошлость бы на это просто не опустились. Низкопробность. Чтобы низкопробность, конечно, да. Это, поэтому... Потом проходите же большой репертуар, не все выносится на сцену. Да, конечно. Есть танцевальные движения, которые необходимы, да, освоить. Но не все выносится на сцену. Что-то должно в учебных классах оставаться. Ну, или на каком-то корпоративе, на тусовочке, на то местное. Это можно было, допустимо. Я, правда, честно говоря, не в детали там не включил. Фоном шла вот это. Насколько там, где это показывалось и делалось. Ну, а контроль? Есть директор учреждения, который должен это видеть, да? Они же где-то сдают все это, свои программы, она же, да, отслеживает, или он там директор, администратор, я имею в виду. Есть управление, орган управления культурой, да, который тоже это должен видеть на каких-то подготовительных этапах мероприятия. Да, когда им надо выйти на сцену, мы проходим подготовительный этап. Мы все это видим, и я в том числе своих всех вижу. Олег, вот я хотел сказать, наверное, бы не выпустил, да? Я сказал, ребята, стоп! Вы тут, этого не надо. Переходите какие-то Олег, границы. Олег, это у нас, но у нас есть, я говорю, много таких студий, которые, ну вот взрослые там или детская вот такая студия, где, я говорю, вот как раз вот она, имея, может быть, диплом где-то и хореографа, как частное такое, оформилась как ИП, которое родители привели денег. Тут... Сложно, да, контролировать? Тут нет. Вот то, что в рамках наших образовательных учреждений, дополнительно... Вы даете гарантию. Здесь, да, здесь мы можем прогарантировать. То, что вот касается, конечно, вот такого направления... Здесь... Где свободное плавание Где свободном плавании. Здесь еще такая тема, как независимая оценка, независимый контроль. Вот сейчас это же входит в нашу повседневную, собственно, работу, это да? Сейчас входит, да, то начинается. Есть общественные советы, которые создаются и при органах управления культурой, которые контролируют и отслеживают, какого качества предоставляются услуги. И вот. Ну, как одно из направлений. Достаточно сложно. Вот я говорю, есть и бальные танцы, где, да, где движение. Движение, извините, там на стольчике это эротичное, да, на грани. И они что же с детского? Ну, я говорю, а требования такие, что да, участвуют у нас школы в совершенно серьезных соревнованиях по бальным танцам. Да, по спортивным бальным танцам. Бальные, может быть, другие, ну, вот восточный танец живота тоже, насколько. Здесь, конечно, я думаю, что здесь должен вкус и профессионализм преподавателя. Вы настолько интересные собеседники, что этот час прошел незаметно. У нас осталась последняя минута. Да? Уже прошел. Ну, тема не раскрыта, а мы только начали. Ну, мы посидим еще. Да, никто нас отсюда не попросит. Вы нас очень такую, конечно, копнули. Интересную. Интересная тема, конечно. Ну, я думаю, будет еще тогда стимул собраться в этой студии. Давайте я еще раз представлю нашим телезрителям. У нас в гостях были замечательные люди. Итак, это Светлана Королева, директор Алтайского краевого учебно-методического центра по художественному образованию. Спасибо большое, Светлана Борисовна, за беседу. Конечно, Валерий Геннадьевич Паршков, представитель комитета по культуре города Барнаула. Валерий Геннадьевич, всегда рады. Приходите,
Двери всегда открыты. Мы рады, что вы рады. Да? Взаимно. И большое спасибо Олегу Валентиновичу Маркову. Он начальник отдела по культуре администрации Зонального района, заслуженный работник культуры, за то, что смог приехать к нам за сколько километров? За 140. За 140 километров. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за приглашение. Я желаю вам всем удачи, замечательных вам учеников и последователей замечательных, чтобы было кому в дальнейшем учить наших детей и внуков. Спасибо большое. Спасибо вам, я нашим телезрителям хочу сказать спасибо за то, что принимали участие в нашей беседе. В следующий раз мы увидимся через 2 недели. А вы не теряйте пока время, готовьте ваши вопросы. Звоните в нашу редакцию, пишите на наш сайт. Следите, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи.